Он есть практически в любой религии. Это крайности, крайние формы. Просто исламский экстремизм, он не исламский, но как бы тот террористический действие, которое этнические мусульмане совершенно это показывают по телевизору. А то, что другие делают, это не показывают по телевизору. Поэтому ощущение, что террористы есть только среди мусульман. Это не так. Субханаллах, вальхамду лилля, ва ля илляха илляллах. Субханаллах, вальхамду лилля, ва ля илляха илляллах. Alhamdulillah, wa la ilaha illallah.